она сама так назвала свой стиль, хотя сама же она и говорила, что как симультанизм, как стиль, идет из Древнего Египта. И, собственно говоря, у Дягилева она как раз занималась вот темой Клеопатры. Но должна сказать, может кто-то знает, кто-то не знает, но мы должны с гордостью акцентировать, что она была, ну вот она, во-первых, вышла замуж за Робера русского происхождения, замужем была за Робером де Луне, но она в 1937 году в Парижской выставке, ее роспись парижского павильона, она получила гран-при. То есть ее работа совместно с другими художниками, она была главной художницей этого. Вот она завоевала такой вот, знай наших, как